Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет последняя часть миньонов, и давайте откроем 15, кажется, пакетиков. Посмотрим, что же новенькое меня сегодня будет ждать. И сколько же сегодня будет повторчиков. Первый повторчик. Кажется, мне такой не попадался. Ой, попадался. Прикольно. Кажется, был. Это я не помню. Скарлетт была. Был. Это я не помню. Тед был. Повторчик сколько уже набирается. А мне еще такую количество кучу на дно этих найти. Был. Вот это и не было. Здорово. Ой, это тоже новенький, класс. Вот это тоже не помню. О, здорово. Новенький пакетик. Кроме, к сожалению, сета. Никак не открывается. Такой был. Был. О, что-то новенькое, здорово. Кевин с бластером не было. Класс. Невозмутимый Кевин. Бел. А вот это не было. Здорово. О, это тоже новенькое. И это не помню. Класс. Новенький попадается. Вот это я не помню. Было бы здорово, если была бы новенькая. Вот это тоже не помню. Ну ты тоже не помню. Вроде такой был. Вот это не было. Здорово. Вот это я не помню. А нет, был. Повторка. Еще одна повторка. И это вроде было. О, вот это не было. Здорово. Прикольный. Кэйн поднял. Ой, господи, Боб поднял руку. Был. Вот это я не помню. Только странная рука. Класс. Здорово, новенький. Был. Кажется, новенький. Класс. О, здорово, новая. Прикольно. Не был такой. Карета была. Была. Вот это новенькая. И это новенькая. Класс. Так. Посмотрим, что здесь у нас. О, прикольно. Такой не было. Здорово. О, это тоже новенькое. О, это тоже прикольно. И это не было. Корону несет. Не помню. Надеюсь, тоже новенькое. Ну,
Не помню. Был какой-то, но вот именно спец с листочком. Что-то новенькое. О, здорово, новенький. Ух ты, тоже такой не было. Вау, это тоже новенькое. Ух ты, это что-то новенькое. Прикольно. Ну, наверняка, вот последний был повторчик. Ух ты, Кевин. Не помню, вроде его не было. Здорово. А вот это была, вроде бы. Был. Вот это не было, кажется. О, это тоже что-то. Нет, вроде было. Не помню, было, какие были, какие не были. О, здорово, новенькая. Класс. Прикольно. О, это тоже не помню. Прикольно. Боб заходил есть. Вот это тоже не было. А это... Надеюсь, что-то новенькое. Класс. Этот у меня уже стёр, наверное, не знаю. Ну, не знаю, упали у меня его был или нет. Только что был, тоже был, и это был, и опять повторный пакет. Что не говорить, повторных пакетов очень много. И последний пакетик, последняя надежда найти что-нибудь новенькое. Боб с Мишкой! Что-то знакомое. Надеюсь, новенький. О, повтор. О, такой не помню. А, это вроде только что попадалось. И это... Что-то наподобие было, но, кажется, была немножко другая поза. Ладно, сейчас посмотрим, сколько у меня повторок будет из-за этого и сколько новеньких. Так, посчитала. Вот столько у меня повторок. 7 наклеек. Что-то у меня это семерка везде. Уже 3... серии подряд чуть этих миньонов. Вот это все новенькие. 40 чем-то штучек. И вот этих я уже вклеила. Скарлетт, Йоун, как там ее муж зовут. Такое количество уже вклеенных. И давайте вклеим этих. Thank you.
и журнал собран. Класс. Блог приобрела, журнал собрала. Сейчас посмотрим его. Вот всего лишь у меня столько повторок. Я их не считала, но, наверное, около где-то с 50 штучек, может, 60. Вот, небольших столько, должно быть 10 штук. И маленьких, поменьше. Ну, такое количество у меня повторок. И давайте посмотрим журнал. Вот, вся, начало точнее. Это твой альбом для наклеек с миньонами. Тебя ждет путешествие от Арктики до Лондона с любой, с любимой троицей миньонов. Даже множество забавных фактов и развлечений. Странно. Вот это мне очень нравится, картинка. Классная такая. Это тоже прикольная. Очень здорово. Так. Миньон сквозь века. Вот древний Египет, очень классно. Эпоха пиратов, хотя я не помню ее. Эпоха Наполеона. Каменный век. Доисторический период. Где там они зелененькие все вылазивали. Эпоха вампира даже есть. Одноклеточные организмы. Вот такой вот. Такие миньончики. Где там они в Арктике. Потом Нью-Йорк 60-х годов. Лондон 60-х. Фестиваль злодеев. И тут они Нью-Йорк хотят. Так на мопеде катаются по Лондону. Здесь у нас уже Кевин Стюарт Боб. Тут уже как-то весь один Кевин. Боб Стюарт. Стюарт средний брат. Боб энергичный младший брат. Он так наивен, что любит всех и все вокруг. А Кевин защитник и старший брат. Он знает, что жизнь миньонов без хозяина бесценна. Такие прикольненькие. Ну-ка посмотрим, блестяшки есть. Да, вот. Боб, Кевин, Стюарт, только не блестяшка. Так, это у нас доисторический период, ближе к природе. Все такие зеленые миньоны. Ой, неужели тиранозавр упадет? Прикольно. Так, это у нас каменный век. Кроминьон. Прикольно. Как-то один Стюарт, что ли. Посмотри на их забавные наряды смеха. В каменном веке миньоны были умнее всех. Да. Дали хозяину побить там какого-то мишку, что ли. Эй, ты. От мух. С мухобойкой. Древний Египет. Египтяне. С этой пирамиды что-то не то. Вверх ногами, конечно, построили. Одни миньоны. А это у нас уже идет миньона. Нарисуй своего миньона. Научись рисовать Кевина Стюарта и Боба. Ух ты, прикольно. Здесь, наверное, прислоняешь кальку и прессуешь. Стюарт болтающий по телефону. Так, это у нас уже на крыльях ночи. Я не кусаюсь. Вампир, они его поздравляют, вампирчики. А это у нас уже эпоха пиратов. Эй, на палубе. Вот не помню почему-то эту серию совсем. Каждый год. 19 сентября отмечают Международный пиратский день. Фига себе. Не знала. Эпоха Наполеона, вив ля миньон. Ну вот это просто прикольно. Здесь уже игры какие-то, найди тут, найди то, что нету. Вот здесь это нету,
здесь это нету. А вот здесь у нас нету вот этой. Мишечка, найди медвежонка Боба. Мы нашли его. Арктика несусветная скука. Да ну мне прикольно, прикаляет. Морж, кажется, показывает всякие, не знаю, фокусы. Залепили. Рассказывают. Тут уже все, он наскучило. Прикольно не дома. Это у нас уже счастливо пропенен. Отпад, класс, любовь, боба, цветов. Зачем они так одинаково делают? Так, что у нас дальше? Нью-Йорк 60-х годов. Вот это классненькая. Так, это у нас уже, если бы я был суперзлодеем, уже Скарлетт тут. Суперзлодей. Здесь нам можно нам сделать себе пиратскую шляпу. Вот такую. Прикольно. Здесь уже фестиваль злодеев. Муж и Скарлетт. Фёрб. Вот. Тут написано Фёрб. Здесь новая злая хозяйка Скарлетт. Оверкилл. Вот все про нее с мужем. Тут у нас уже братья, троица миньонов. Троица. Троица. Кажется, вот это было в начале с ним. Да, вон она. Все повторяется. Так, это уже Лондон 60-х, британское вторжение. Ой, кажется, их заметили. Но вот этот просто дедок. Классный. Классно. Каким должен быть миньон? Каким он должен быть? Каким? Ох ты, каким. Это у нас уже семья миньонов. Миньоны, все желтые бошки. Тут уже ответы идут. И последняя страница. Пока-пока. Дырка, стюарт, гипноз, банана. Купаются, спрашивают дорогу. Едет с семейкой. Прикольно. И вот, кажется, последняя страничка. Такие прелестненькие. И вот так. Такая интересненькая была история в этом альбоме. И вот все повторочки. Все. С вами была Юля. Спасибо, что смотрели мои видео. Всем пока. Бай-бай-бай.